Так, здорово, друзья. Мы отправляемся в одно секретное место. Ты вышел лицом, будто из дома смешарик. Это место находится у одного небольшого озера. Дорог туда нет, тропинок, судя по всему, тоже. Идем напрямик по лесу. Вот по таким завалам пробираемся. Такого я еще не выдавал. Жесть, все завалено, идти невозможно. Прошли 200 метров. Это место настолько секретно, что мы даже сами про него ничего не знаем. Да, первый раз туда идем. Сами даже не знаем, где оно находится. Не знаем, со спутника посмотрели. Идем мы сегодня втроем. Мишка, Макс и я. Серега еще хотел пойти, но не смог. Решили выйти на болото. Здесь хоть немножко сыро, но идти удобней. Завалов нет. А идти нам 4-5 километров по лесу. Идем мы ненадолго. До вечера надо управиться. Идем налегке с маленькими рюкзачками. С собой еды по минимуму. Котелок, топор. Чисто налегке прогуляться, посмотреть. Шаня спотел. Ну пока еще я не тоже. Спотел, но уже тепло становится. Да, надо раздеться. Солнышко еще высвечивает. Я в двух штанах. О, еще в белых носках. И в белых кроссовках. Еще в кроссовках. New Balance, да? New Balance. О, Макс, турист. Походник. Нормальная болота. Клюква на болоте. Ягодка по ягодке попадается. Воздушные тяги. Это мугом, который не завязывал. Это который был завязан на обычный липовый узел. Вот и первый ручей. На нашем пути вот такой ручеек. По карте его не видно. Ну нифига. Мы же так не будем делать, мы же не дурные. Было бы забавно, если ты еще ближе бы прыгнул бы. Осень наступает. Листики уже падают. Ух ты, опять какой-то ручей на пути встретился. Весь заросший. Сейчас в байдарку, да? Да, на байдарке самое то тут плавать. И ты ничей, а Макс поход не взял бичей. Я взял три бича. Я взял двух бичей с собой почему-то в этот поход. Ты взял бичей, он взял бичей. Вот, подсекли какую-то тропу. Что-то похожее на тропинку. Сейчас пойдем по ней какое-то время. И снова на пути ручей. Третий по счету. Вот такие тут болотные ручейки с болот протекают. А я не напечатал, потому что не было такой возможности. Тропинка еле прослеживается. Местами теряется. Но она очень-очень старая. Давно тут никто не ходил. Все завалено. Не знаю, как туда добираются, с этого озера. Возможно, только зимой. По снегу. О, болотина. И тропинка пропала. Жесть, вот это завалы. Как тут идти? Еще непонятно. Похоже, это, возможно, просека какая-то. Кажется, не хуже, чем как, может, и нет. Солзится. Такой пень, а внутри грибочки растут. Поганки? Какие-то волнушки, нет? Чьи-то свежие следы примяты. Возможно, лось. Можно... Точно не человек. Какой-то зверь ходил, копытный. Вышли на болото, идем по болотине. Вот так. Такие лужи тут попадаются. Ноги еще пока в сердцах сухие. Ну, половину прошли. Может, дальше какую-нибудь тропинку подсечем. Лес будет теперь. Если хотите, можно по болоту идти, по крайней. Блин, жарко идти. Спина уже спотела. Придется еще куртку снимать, идти одной футболке. Ну, лепота, комаров нет. А водов тоже. Не жарко. На Ватоваре бы так было. Ну да, вот самая та погода. На Ватовару идти. Макс, ты что за лягушкой делаешь? Пока ничего, держу пока. Не мучай ее, отпусти. Вон, Макс, как ты лягушку находишь? Везде, даже на болоте нашел. Ой, когда она улетела? Она приземлилась благополучно. Да. Второй час уже идем. По болоте не пробираемся. Уже на подходе. Вот мы дошли до озера. Маленькое озеро тут, посреди болот. Где-то здесь уже избушка должна быть. Или что-то похожее на балаган. О, нашли. Точно, какая-то старая избушка. Блин, не удивлюсь, если сюда идет дорога, о которой мы не знаем. Или тропинка.
Так-то же сюда люди попадают. Блин, изба вообще огромная. А там вторая избушка. А может, это вообще баня? Осторожно, скользко. Хорошо. Ничего себе, как тут придумали. Уютная избушечка-то. Нары огромные. Пятером, наверное, тут можно уместиться. Полотенца чистые висят. Сахар есть. Сахар-песок, сахар кусковой. Да, люди тут бывают, значит. Ничего себе печь. С двумя отделениями. Сюда, видимо, котелки стоят. Разогреваться. А снизу топка. Топорик оставлен. Так, под столом аптечка. Чистая посуда тут накрыта. Фонарик. Рабочий фонарик. Точно тут это бывает часто. Приемник даже есть. И куча одежды. Здесь на чердаке завал. Лыжи стоят. Охотничьи. Ну, точно зимой тут люди бывают. Это что за скворечник тут? А, это печь, наверное, старая какая-то. Здесь место под костер оборудованное. Стол обеденный. И куча кирпичей. Дрова заготовлены. А это что? Либо баня, либо еще что-то строится. Избушка какая-то. Да, видимо, это баня строят. Еще только сруб еще не готовый. Дверей даже нет. Ни двери, ни окна. А здесь под тентом спрятаны принадлежности банные. Тазы всякие. Бачки, черпаки. И тут мосточки к озеру идут. Макс там уже рыбачит. Че, Макс, удочку нашел? Прикольно, а это интересно для чего? Купаться яма такая. Зимой. Купаться зимой? Может быть. Вы что, удочки нашли? Ноги достал даже. Вот такое тут озеро маленькое. Там это, дно, короче, оно мягкое. Торфяное дно, да, наверное, проваливается. Че, Мишаня, будешь купаться? Нырялочки-то. Ты его тут трогал? Нет. Теплая? Очень. Ты, Макс, будешь купаться? Нет. О, теплая водичка-то. Можно и купнуться. Ваня, была бы. Это что такое? Интересно. Свай забивать. А, точно, да, наверное. Забивать свай. Куда ты, Макс, знаешь? Забивал сваи? Да. Было дело. Ну да, классное место. Не зря сюда тащились. Почти 2 часа сюда шли. Быстро. Я думал, мы медленнее пойдем. Сейчас тут перекусим. Можно будет обратно идти. Тут на горе скамеечка какая-то. Наблюдательный пост. Такие тут места. Тут полянка. Там еще одна полянка. Возвышенность озера. Здесь низине костерок тут ожег. Здесь еще одна полянка. Блин, тоже ровная. Под палатки вообще идеально. А дальше там, наверное, болотина. Все, пойдем сейчас перекусим, что у нас там есть. Костер надо развести. Я горелку газовую не брал сегодня. Налегке идем. Сейчас из веточек что-нибудь тут соорудим. Представляете, картошку даже ростят. Охренеть. Сейчас? Реально. Вон, грядочка небольшая. Не только поднялось, бля. Бля, если понимаешь, что сейчас поднимать. Мишка взял тарелку из избушки, потом помоет, обратно положит. Жопник тебе надо? Не, не надо. Как? Я так посижу. Ну, просто ясно, изначально мы начали от одной отрезать же. Солнышко зашло, стоп. Посмотри, а? Сидим, отдыхаем. Что-то спать захотелось после еды. Время уже скоро 3. Нам надо будет до темноты вернуться. Трасса, да, еще понадобится.
Время 3:30. Будем потихоньку собираться, отправляться. Путь. Погуляться? Дальний. Где вы ходили? Я забыл. Из балыжников, короче. Вот. Все, покидаем это место. Пойдем сейчас по другой тропинке. Здесь от избушки какая-то тропинка протоптана. Не знаю, докуда, конечно, она идет. И вообще в ту ли сторону. Только от избы отошли. Медвежьи какахи. Относительно свежие. Ух ты, наткнулись на какой-то стан. Филася тут кусок железа толстый. Здесь тут костер сжег. О, а здесь ручеек. Ручеек. Рыба интересная есть тут? За Печору. Блин, здесь какая-то дорога похожа. Заросла, правда, все. Старая дорога. И дождь пошел. А мы еще полпути не прошли. Но здесь тропинка уже получше вытоптана. Да, точно, дорога старая. Вот одна колея, ребята идут. И вот я по второй иду. Странно, на чем тут можно было ездить. Тут же болотина кругом. Что эта тропинка идет вообще не в ту сторону, я так там отжигался, где мы оставили машину. Придется потом до машины еще пилить по лесу. Блин, болото начинается. Ориентир тут, бутылка на ветке. Сломилась, правда, уже. Повесим вот так. Ориентир. Инженер. Гениальный. Клюкву сколько на болоте. Не совсем еще спелая, конечно. Но уже есть можно. Так как кислота бодрящая, бля, вообще. Бывает. Так кайфово, да. Тропинка вывелась на болото. Местами теряется. Вон какие там лужи. Обходим. Охренеть здесь. Трясина. Здесь болотина. Здесь тоже. Здесь какие-то дощечки накиданы. Точнее, бревна. Кто тут проложил дорогу? В такой болотине. Мишка решил проверить глубину болота. Ты смотри, сам не уйди туда. Ой, ёпки. Вообще, на дачу не уходит. Я здесь это снял, бля. Так, вот вышли на зимник. Зимняя дорога идет вдоль болота. Вот она тут проходит. Так, нам нужно сюда куда-то. Тропинку мы потеряли, пока шли по болоту. Да, по-другому к этой дороге выходила. Еще один зимник. Раскатанный тут уже, посерьезней. Сосиска? Вышли мы, кажется, на дорогу. Надо было взять немножко левее. Что-то где-то пробираемся. Какими-то путями. Может, получше где-то место есть? Ух ты, что мы тут встретили? Какая-то стоянка. Посреди болот, такая стояночка. Комойник новый. Что, передохнем? Там тоже там колпачок стоит, такой пластиковый. Прямо посередине болота. Островок такой, стоянка. Все закрыто тут андулином, пленкой. Лопата стоит. Макс, зачем тебе три ножа? Точнее, два и один мультитул. Ну, один, чтобы рубить, другой, чтобы резать. А мультитул? Мультитул, чтобы что-нибудь починить. Что у тебя еще в рюкзаке есть? Нужные. Анальгин. Ага. Нафтизин. Аптечка, ну ладно. Бинт. Ой, пастырь. Бинт здесь лежит. Телефон и паспорт. Бинт, спички и пауэрбанк. Реально легендарная игрушка. Он застрял. Застрял в переходном возрасте. Что такое тут? Я думаю, погреб. О, точно. Бочка зарытая. Как думаешь, там кто-то есть? Кто-то. Да нет, пиво есть. Да, вода там, да? Нет, алкоголем пахнет. Да? Да. Там с перетягом, салбанка что-то. Нет, это реально бутылка. Тут это есть. Она потому что я не знаю. Почему тогда она открыта? Осадок, наверное. Осадок, но она не с перетягой не пахнет. Она прям приятно очень пахнет. Кто-то отдыхать тут собирался. Тюрочку не забудь положить. Ладно, все, пойдем дальше. Отдохнули. Сидеть холодно. Бля, ветер, у меня молния нахуй. Вообще собака просто отвалилась. Обнаружили издалека какое-то сооружение. Похоже, это охотничья засидка. Сейчас попробуем до нее дойти. Если не утонем тут.
Ну и топи. Засека охотничья. Классно, мечта. Сеять, наверное. Как раз по полянке скачут. Давно я по болоту не гулял. Я туда не пойду. А чё? Ну, на месяц, по-моему. Ну все, дошли мы практически. Осталось тут 100 метров. Разведали место. Больше туда, наверное, не пойдем. Что там делать? Делать там больше нечего. Все, всем пока.